Всем привет, дорогие очаровашки! И сегодня на моем бьюти-канале мы будем снимать видео из какашки в няшку. И для создания этого образа мне понадобится вот такая вот тоналка, потом две туши, они очень классные. Вот эта вот тушь не очень нравится, черная. Если будет возможность, то я ее еще раз куплю. Она была очень классная, когда она только-только начинала рисовать. Потом мне понадобится вот такой вот блеск для губ и вот такой вот бальзам для губ. Дальше мне нужен спрей для волос, вот такой вот розовенький. Потом повязка, эта повязка такая, потом резиночка. Два вот таких вот миленьких спончика. Потом тени для глаз, подводка, консилер. И вот такой вот миленький карандаш для глаз. Также мне понадобится румяна, линзы и раствор для линз. И суть данного видео в том, чтобы сделать самую страшную фотку до и более-менее нормальную фотку после. Ну что, приступим. Первым делом я снимаю очки и начинаю надевать линзы с 10-й попытки. 2 hours later. Ура! Одну линзу мы вставили. Сходим пополам. Ну что, мои бьюти-червашечки, приступаем к делу. Первым делом я завязываю себе хвостик, так как цель данного видео сделать как можно более страшный вид. И, наверное, я убираю челку, потому что для того, чтобы быть как можно более страшной. Да, в принципе, кошмар, согласна. И сегодня мы будем использовать вот такую вот косметику. Ну, возле зеркала я, конечно же, все это исправлю. Потом после теней я наношу себе подводку. И жду пару минут, пока она высохнет. Также тем временем я могу нанести тушь. Ну и понятное дело, что возле зеркала я все это подправлю. Первый глаз готов. Теперь надо нарисовать вторую стрелку. О, прикольно, смазалась уже. Ну ладно, потом все равно буду вытирать все это. Кстати, да, перед началом данного процесса мы надеваем вот такую вот штучку, повязку на наше лицо, чтобы она не мешала нашим волосам. Ну, вообще, это вроде бы как спортивная повязка, но я не знаю. Я ее просто купила, потому что она розовенькая, вот и все. Вот, мы же чармы, мы же очаровашки. В общем, я начинаю замазывать свои прыщи. Хотя, в принципе, я не вижу эти прыщи. Но, в принципе, прыщи это, ну, не самое страшное в жизни. Но надо их замазать. Желательно 10-м слоем. Тоналка уже заканчивается. 5-й раз снимаю это видео. Кстати, да, это же бьюти-блог, поэтому мне надо показать мою тоналку. Поэтому сегодня мы используем вот такую вот тоналку розового цвета. Милая такая. Я ее купила именно из-за розового цвета. И, в принципе, можем запить. У меня сегодня, кстати, спонж, который был новый, который я хотела использовать, показать. Но это видео снимаю 5-й раз. Мне же надоело просто. Надеюсь, окончательный. В общем, просто пытаюсь как-то размазать вот эту вот тоналку. Что у меня за день такой сегодня, все слова забываю просто. Потом я наношу себе под глаза консилер, потому что откуда-то тут появляются округлить под глазами. И
маленькую такую аккуратную полосочку на нос. Растушевываем все это. Вторым спонжиком, которым надо выкинуть уже. Не знаю, помогло оно, не помогло. В общем. Потом я сбиваю еще мои прыщи, это второй слой тоналки. Еще можно 10 слоев тоналки нанести. Все забиваем. А еще могу немного консилера нанести на лицо. Я обычно справа наношу. В общем, вот, бровь я принципиально не рисую, так как я ленивый терентик, и у меня вот так вот все закрывает челочка. Итак, что я делаю следующим шагом? Следующим шагом я рисую себе, кажется, губы. И поможет мне в этом вот такая вот бальзам для губ и вот такой вот блеск для губ, или не знаю, или помада это такая в тюбике. Ну, в общем, вот такая вот нежная розовенькая. Увлажняю губы для этого. Потом, последний штрих, я наношу себе румяна с помощью вот такой вот кисточки, которую можно побольше найти и купить, но мне жалко денег, и вот таких вот теней, или же не теней, вот такие вот румяна, классные, с девочками, и прикольно розовые, вот, очень классные, обожаю просто. Я набираю вот так вот себе тени, и легким движением прохожусь по щекам, и вторую щечку. Вот. И наш образ на каждый день готов. Поэтому я снимаю себе маску, распускаю волосы и опускаю на чай очаровашки. Мы готовы в бой. В общем, не знаю. В принципе, могу еще расчесать волосы свои. И потом надеваю нормальную, более-менее нормальную одежду, а не вот это вот, что у меня сейчас. Ну, в принципе, наш образ готов. В общем, вот такой вот образ у нас получился. Ну, в принципе, более-менее, надеюсь, нормально. И, в принципе, это все. Всем спасибо большое за просмотр данного видео. Я надеюсь, видео было интересным и хоть немного понравилось. А я всего лишь желаю хорошего дня, люблю, обнимаю. Пока-пока.